Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В праздничную пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега и дождя, небольшое потепление. Температура днем 0 плюс 2, ночью 0 минус 1 градус. Ветер усилится, южный, юго-западный, будет дуть со скоростью 4-8 метров в секунду. В Сызрани тучи и снег, днем плюс 2, в темное время суток нулевая температура, юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь со снегом, днем плюс 1, ночью 0 градусов, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет продолжительный снег. В дневное время плюс 1 градус, ночью минус 1. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.